А сейчас давайте встретим бурными аплодисментами команду КВН КНБ средней школы номер 8. На днях, а точнее недавно, но если по правде, то давным-давно на могучих казахских степях Степногорска в один из теплых осенних дней пришла новость о грядущем событии. И в связи с этим на территории 8 школы был созван Курултай. О, мой народ, я собрала вас здесь неспроста, но повестки дня очень важные события, КВН. Короче, ребят, это наш последний год. Годище, каток, да буток. В общем, нам нужно придумать название команды. Так, варианты. Я придумала! Но? Забыла. Вспомнила! Кшель синим по белому. Ага, белым по синему. Вообще не вспоминала. А может, Элита? Мы такие а вы такие и потом все не перегрязь этот теплый зимний денек. Лада седан. Баклажан. Не смешно. Еще варианты? Ой, ты чего заморачиваться? Ведь играем в КВН, так и назовемся. КВН. А что такое КВН? Это же клуб веселых и находчивых. Да я, например, веселая. А я находчивый. Ой, а что, клуб что ли? Это может и клуб. А мы команда. Точно, команда. Неординарные. Без предельщика. Поехали. А сейчас мы увидим, как развлекается молодежь в суровых дворах Степногорска. Каждому из нас после 9 класса предстоит сделать сложный выбор. 10 класс или же смотрим. О, привет. Ты что, 10 класс идешь, да? Ой, да там все легко. Лапа, пришел, ушел. Даже не заметишь. Ну, удачи тебе, ага. Наконец-то учиться начну. Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний, объявляется открытой. Всех с 1 сентября! На следующий день. 10 класс. Взрослая жизнь. Хорошо-то как. Конец октября. Так, что это у нас? Физкультура и так качок. Анатомия, чего я там не видел? География, атлас, компас, глобус. Не, это святое. А хотя, ПТУ, я иду! Спортивные парни, ну а наши с изюминкой. Ну что, принес? Да, принес, а ты? Конечно, ну что, погнали? Погнали. Итак, и начинаем наше занятие. Нам всегда было жутко интересно, как же проходят учительские планерки. И на эту тему мы немножко пофантазировали. И тут я ему такое говорю: а ты свою голову дома не забыл? Вау! Вау! А, быстро!
детям контрольную на 15 минут, а листочки собрала через 10. А у меня посредине урока Иванов такой: а можно выйти, а я ему, знаете что? Что? 15 минут перемены тебе на что давал? Дайте еще что, мои сегодня сидят на 9 уроке, все такие уставшенькие. Тут звенит звонок, они подрываются, а я им, знаете что? Что? А я им говорю: звонок-то для учителя. А вот у меня на уроке, ну такой беспредел творится. Крики, шум, музыку слушают, а я им, знаете что? Что? За всю историю школы. Что? Вот у меня сегодня на контрольной Петров такой спрашивает: а что там во втором задании? А я ему, знаете что? Что? Я ничего не знаю. У вас было достаточно времени подготовиться. Ну что, коллеги, опытом обменялись, а теперь за работу! Поехали! Ситуация в столовой. Голодные, ну просто очень голодные дети. Десятый класс. Ваша перемена после 4 урока. Проголодались? Носите с собой! Согласитесь, когда мы надеваем наушники, нам кажется, что весь мир начинает двигаться в такт твоей музыке. Смотрим! Повышая свой интеллектуальный уровень. Ну вот, можешь же, когда захочешь. Окей, Google, спасибо. Метод реально работает. Сегодня
сегодня мы в очередной раз убедились в том, что в нашей школьной жизни всегда найдется место для юмора. И я думаю, что классную работу мы выполнили на отлично. Классную? Я что-то не понял. А что, еще домашка будет? Конечно, будет. Итак, записываем. Домашка!